папа. Как дела? Прости, что никогда не отвечала на звонки. Давно не виделись. Просто хотела сказать привет. У меня с того раза все уже хорошо. Дела наладились. Даже познакомилась кое с кем. И не волнуйся. На этот раз он классный. Как дела дома? Иногда так хочу назад в детство. На работе тоже все хорошо. Иногда тяжело, но все не так уж плохо. Люди здесь классные. Утешает, что я не одна. Я много думала и решила, что все будет хорошо. Я просто немного устала. В любом случае, прости за все. Передавай привет маме. Еще увидимся. Мне пора. Мой поезд прибыл. Thank you.